Всем привет! Всем привет, друзья! Мы сегодня снимаем зомби против растений. Вторую часть. Да, сегодня вторую часть будет. Да. Мы первый пласли там на всю часть. Так, включим чатик. Да, чатик включим. Ну что? Погнали! Начинаем. Да, начни. Так, смотрите, один плюс и квест минус. Один плюс x равно мозги. А мозги? А мозги равно 3 плюс 2. Любовь это мозги. Рикардо, привет. Да, привет, Рикардо. Так, вы хотите пройти обучение? Ну, конечно, мы хотим пройти. Да, пап. Так, что музыка? Тихо, ну давай, начинаем. Вот он, зомбарист. Пап, здесь уже все по-другому. Перетащите пакет семян на газон. Пакет? Неплохо, посадите растения, также можно, нажав сперва на пакет, нажмите на падающий. Кстати, вы представляете? По-другому здесь выглядит. Да, и растения по-другому. Продолжайте собирать солнце, они нужны вам. Пап. Ну, для чего нужно? Пап, представляешь, два солнца просто на все дают 100. Пакет с семенами, это называется этот пакет с семенами. Дайте зомби дойти до вашего дома. Мы это уже поняли. Ну, мы нажали, смотри, как это быстро полоса идет. Ну да, это же обучение. Всегда обучение. Пап. Большая волна приближается. Представляешь, пап, вообще-то? Мне так уже по-другому говорят. Ну, просто на всю Бэнкс. Представляешь? В первой части он не говорит Бэнкс. Так вот говорит. Смотри, как бы надувают такие смешно. Типа надули такие, да, что выплюнули. Они точно горохом стреляют? Точно. Это же вторая часть, пап. Они не посильнее? Нет. Там, ну, я не знаю, какие там бои. Перемотка? А вот это, и зачем она нужна, перемотка? Это, чтоб быстро проходить уровень. А, типа нажимаешь, они начинают быстро идти? Да. Так, нам дали солнце. Еще как военечка, как в первой части. Подсолнух нам дали. Производит солнечную энергию. Мы это уже поняли в первой части, да? Да. Поэтому... Да, что здесь дальше? Остарт 3 теперь у нас. Подсолнухи крайне важны для растений. А, растения. Крайне важны растения. А, здесь перетаскивать надо, просто нажать на нее и сюда. А, нет, пойдет так. Чем больше у вас подсолнух, там папа! Они реально дают, как и в первой. Пап. Что он русский не выучил? Ты где был? Зомби-иностранец там пришел. Да, походу. Сверху идет. Собай. Пап, здесь еще нарисовано так. Ну да, смотри, велик стоит какой-то, поливалка. Нет, я говорю, вот, посмотри на все сверху. А, то что сбоку? Да, смотри сверху, сбоку. Видишь таблички? И у подсолнуха, я не заметил этого. В первой части такого не было. Да? Ну, да. Пап. По-другому все чуть-чуть, конечно. Да. Да, пап? Все по-другому. Кстати, солнышки начали давать быстрее, пап. Быстрее. Перемотка ты что делаешь? А, типа побыстрее все происходит? Ну, нажми еще. А мы пошли день второй. Не начал вот так вот. Ту-ту-ту-ту. Так, кена орех получили. Кена орех.
задерживают зомби и защищают другие ваши растения. Мы это уже поняли. Как бы похоже начало, но... Да. Так, с Клоносом Кузьмичным или кто он там? Василич твой пришел. Это Василич. Пап, почему-то стена орехи сразу стоят. Смотри, они еще смотрят за одну сторону, они просто стоят. О, они увидели и сразу глаза. А у этого тут. Он смотрит, защищает ли кто-нибудь тыл, а никто не защищает. Смотри, он вот так вот. Значит, типа... Он зовет, типа, хочу туда. О, он открыл рот! Представляешь? Никуда в другие стороны не смотрит. Рикардо, а ты играл на компе или ты играл на телефоне? Так. Со вторым то же самое. Так, большая волна идет. Пап, просто со вторым почти то же самое. Представляешь, то же самое у этих двух, только... Ну, ноль. Смотри, он подгрыз, у него вот так сбоку отгрызан теперь. Чёрт. И у него глаза такие уже в разные стороны смотрят. Он офигел, как что-то произошло. Кто меня подгрыз? Да. Пап, я не заметил, что ты уже здесь поставил очень много. Ну, ставь еще. Ставь опять еще. Ставь много, в общем. О, ну этот парень нам знаком. Картофельная мина взрывается при контакте. Картофельную мину мы любим. А смотри, сколько их стоит. Почему они зарыты? Картофельные мины помогут вам защититься самое. Пап. Короче, они рванут, когда надо. Опа, вылезли. Да, как в первой части, да? Но они уже быстрее вылезли, да? Ну да. Стена их нужно ставить с третьим рядом, да? Ну да. Вот так. Смотри, у него только ручки. Он прям закрыл глаза. Не понял. Что ты не понял? Вон нету. Вон? Ну хорошо. Ну, только... О, Василич! Привет, Василич! Привет! Бах, бах, бах! Ну прикольно, кстати, взрываются они. Василичи мои сказали... Привет! Мне сказал, пап, снизу вообще-то есть лопата сразу. А, вот она, да, вижу. Вот если что-то скопать, если хочешь. То я пока ничего не хочу скапывать. Ну тогда нечего скапывать. Пап. Ба! Ба! Оу! Капуста съел! Смотри, а здесь капусту дали нам сразу же, можно сказать. Да. А бросает капусту во врагов, игнорируя препятствия. Игнорирую препятствия? Ну. Могилы вынеси. А их убить можно? Вот так прикольно. В первой части можно убить. Ну чё? В первой части было... Вот это ты съедал камнеедку. Да. Могилоед, как он был. Ну, могилоед там. А, типа люди, что надо пробить, чтобы до них достать. А этот может сразу кидать. А он его кидает, чтобы разбить. А вот... Чё? Так быстро? Только не говорите, что сейчас вылезет зомбайки. Мне это не вылазит. Тогда классно. Ну то круто, что не вылезли. А то если бы они вылезли, то что-то будет. Да, ну-ка, звукосилку подплатим. О, солнышко обрадовалось тебя.
Так, Васи, о, прогрызли. Ты говоришь, и снизу чуть-чуть погрызли. А он с одной рукой, мне тяжело уже прикрыть, как переломается. Да. Сейчас переломал. Давай, давай. О, интересно, они из этих могил просто на всего убивают, точнее ломают. Давай лопатой попробуем сломать. Могилу? Да. Нет, не пол. О, это что там нам дали? Бутылку перца нам дали, а что там есть? Интересно. О, старый друг, здорово, сосед. Эй, сосед, он говорит. Можно одолжу у тебя этот соус? Он прожорливый, посмотри, какой пузатый. Да, в первой части он такой же был. Только у него один глаз был просто супер маленький. Я это так целую вечность берег. Так если берег, что у тебя пузо такое? Обманывает, наверное. Точно обманул. Он все съел. Это было потрясающе, он говорит. Лучше бы нам отдав, как съел еще. Я должен съесть вот так еще раз. Мне понадобится моя машина времени. О, смотри, какая прикольная у него машина. Кстати, я видел такой мультик, который у него такая же машина была, только там не красные кубики были, а синие. Ее зовут Пенни, а меня зовут Дэйв. Для друзей просто безумный Дэйв. Что-то она тоже разговаривает. Она разговаривает. Наконец-то еще один пользователь, способный обрабатывать мои заказы. Он реально разговаривает. Представь. Реально разговаривает. А этот дядька молчит. Я бы хотел, чтобы навсего я ему просто навсего понадавал моего. Так, смотри, машина что говорит. Позвольте прояснить. Дэйв хочет вернуться в прошлое, чтобы повторно съесть свое тако. Опять. Да и знаешь, что сказал? Нет. Какая же она умная. Ладно, не будем тянуть. Так и не ждет. О, назад. О, это же на время опять. Просто на всего назад. Господи. О, приехала машина. Добро пожаловать в Древний Египет. До изобретения така осталось приблизительно 4500 лет. Представь, он теперь 4500 лет будет без така жить. Что-то здесь не так, он такой возмутился. Что произошло? Я хотел така похавать, а сейчас 4000 лет ждать. Я чувствую, что така где-то рядом. Но в то же время растения сами себя не посадят. Да, растения сами не посадят. Что-то растения изголодались. Изголодались? О, я внизу что-то заметил. Вот бы... Папа, смотри снизу у него что там. Вот это? Да. Вот бы мы могли их чем-нибудь накормить. Опять машинка приехала. Как насчет удобрения? Оно богато витаминами и минералами. Оно составляет неотъемлемую часть полноценного завтрака любого растения. Пап, о, смотри, смотри. Пап, вот это бери. А что с ним делать? Сади на него. Сади. О-о-о, офигеть. Он миниган превратился. На свою любимую. Прикольно, такого я не видел. Интересно, как удобрение работает с другими растениями? Давай. Смотри, это египетский зомби. О, газонокосилки! Египетские! Египетские! О, какой-то зомбай мучиванный. Ну, я говорю, это из Египта какие-то. Нет, пап, я говорю, что он светится. А, ну да, кстати. Давай посмотрим, что будет, если мы посадим на это.
Нифига, бронированный стал, ты посмотри. Зубы сломались от этого, стена ореха. Раньше памперсы давали. Да. Давай. А сейчас... А солнышко что будет? Кожа, да, вот три, да. Все. Ну это круто, да? Сейчас мы забронируем их все. Нифига, прикольно как. А почему этот светится? Наверное, его тяжело убивать. Да, оно явно. Ну, конечно. Ты бы плакал. Слышал, как они говорят? Вот там сверху идет, надо туда стены орех стоять. Хватай бы на стенца. Сейчас мы... Только он был оставить долго. Плань вас хавани! О, смотри, он подъел, ну. Как он? А, вот эти, в общем, дают, которые светятся, те дают источник. А я думал, что они коварно синие. Так, это сюда мы поставим. Слышишь, как они... Смотрите, броню подъели, они такие наполовину броню. А как они не стали вообще кушать? У меня вот рука отвалилась. Пап! Это же зомби, им все можно есть. Да, ты метал. Смотри, а это египетская пирамида, типа мы пирамиду охраним. Мы живем в пирамиде, получается. А да. Это, смотри, это типа что-то гермошлили свое. Кто? Да вот этот был, он сейчас так вот. Молодцы. Давай! Ловись. Смотри, он еще и летает. Ну, о, красное солнце, а почему красное? Он забирает солнце, ты посмотри, что он делает. Я горохострел поставил мощный. Фига, он так-то вообще бомбит сильно. Да, это круто, да? Конечно. А то, если мы покупаем в машине его, в первой части, пап, мы туда... О, карту дали. Да. Посмотрим, что за карта. Пап, карта на костюмке нам дают деньги. Карта пространства и времени. Старинный манускрипт с изображением древних земель и их космических придатков. Ну давай посмотрим. О. О, хорошая новость. Пенни нашла карту к моему Така. Это древний Египет, сложность 2 перца. А машина опять разговаривает. Чё? Машина разговаривает! Кто-нибудь вызовите врача для машин! Киллер Про, привет! Смотри, пап, сверху! Сплава! Нет, это... Вот здесь! Нет, это пространственно-временная карта миров. Пап, папа! Подлежащая нашему исследованию. А. Пап, смотри, вот здесь! Давай посмотрим, что это. Мумии, пираты, ковбои. Мы обязательно найдем способ получить доступ к остальным мирам. А пока что отправляйся в Древний Египет. Дела, нормально дела у нас. Все-таки мы после обучения. Как у тебя дела, Киллер Про? Так. О, вот это уже наверняка карта Ктака. Папа! Что-что? Смотри! А, это дом. Типа из него пирамида торчит, а вокруг дома. Пап, если мы этот уровень пойдет, что ты какую нам дают? О, точно интересно. Пап, а ты посмотри, нажми на мышку вот сюда вот, да. И потяни. Позвольте уточнить, это карта мира, в которой мы сможем отыскать растения, способные помочь нам, а также... Ой, зовите Дэй, на данный момент перед нами... Куда более важный. Вперед за атаку. Открылся новый уровень. Давай уровень. Пода вот этот твой. Кьюсвет, привет, Кьюсвет. Опять приехал машина. Возле Дизейф под одним из моих сидений обнаружена мелочь. Какая мелочь? А ты сам соображаешь, Пенни? Я вот сосед, держи.
Неспроста же меня зовут Безумный Дэйв. О, на 1000 потратьте монеты. О, 1000 монет, это что это будет? Мы можем купить вот это. Одно, что ли, удобрение только? Или оно всегда будет теперь? Не всегда. Так типа... Ну, опять из Египта. Пап, съел! По середине идут, сверху, снизу. Снизу идут. Надо вот эти побольше ставить. Да. Потому что они ломают могилы еще. Да, пап? О, вот этот, смотри, светящийся. Пап, они начали очень быстро залезаться на всю. Так, давай поставим и посмотрим, что будет. О, да, он раздолбил сразу всю стену. Давай еще раз. О, смотри, он накидал этих целых. Стою! Кучу целую кинул. Интересно, а как с миной будет? О, давай попробуем. Здесь ее поставим. Она и размножится. Или нет? Да, пишет на ручках. О, давай, давай. Ну, мы сделали на ручках, потому что она была на английском. Да, пап? Да. И мы сделали на ручках. Большая волна. Ну, это что такое? Быстрее, дружка. Что, он его расстрелял? А, они тебе приходят, я думал, он не будет. Пап, давай. Опять этот, а этот цветок уже есть. Я не заметил. Пап, видишь, в этой грелке... Короче, надо усилить. Пап, в этой грелке приезжают, да? Пап, приезжают, что скопло бьется за бай. Слишком убрал. Ну и как тебе больше это понравилось, часть или первая? Ты все больше. Ставь кондовкиную мину. Давай смотрим, что будет. А, она размножилась теперь. Все. Я так, думал, это плохо. Я думал, что там она зальется на лещи мин. Но мы орехов не поставили, он не проходит пока. Первая больше. Поиграем, посмотрим, что в этой. Ну, она такая как бы интересная, такую мы не играли раньше. Вот так вот делать. Вот так вот делает. Я думал, что он тоже возносится и все. О, что-то дали нам. Что-то новенькое. О, мумирост поражает до 3 зомби на своей линии дважды. Представляешь? Пап, ну давай посмотрим на всего. Посмотрим, давай. Новое задание. Пап. Новое... Нет, подожди, сверху слева. Давай. Пенни, это машина получается. Пенни для... Что-то у меня здесь какой-то... Это не добрая машина, это Пенни, гляди. У меня над головой это же журнал путешествий. Что говорит? Журнал путешествий? Ты отслеживаешь процесс и даже даешь награды. Пользователь Дэйв. Журналы не разговаривают. А машины разговаривают, да? Отказ журнал путешествий. О, давай. Давай посмотрим, что это такое. О, пинята, нормально. О, интересно, откройте бумерост. Откройте бумерост. Летайте бумеранги, наносящий урон дважды. Проходящий сквозь несколько врагов одновременно. Пройдите 3 уровня. Древний Египет. Интересно. Такого я еще не видел. Это пинята. Это пинята. Два бумероста. Видишь, две капли воды. Две капли воды? Он что, с ума сошел? Он что, укус, что ли? Они похожи только внешне. Нижний бумеранг достиг максимального уровня. Он обладает
непревзойденной боевой мощи. Сейчас вы увидите сами. Ах, еще нам не нужны солнце. Растения доставляются на конвейере. О, смотри, вот этот с максимальным уровнем. Смотри, как он пробивает. Хорошо. Еще поставим. Прикольно, вот этот бьет. А вот этот просто максимально лайфа. Может, это сложить. Надо его подкачать. Подкачаем. О, смотри, как он бьет. Прикольно. Вот это мне уже нравится. Я вообще не умею. Подкачанное небо там. Пап! Здесь только дают нам все вот эти. Представляешь, пап? Вот, смотри, он обратно превратился. Он только два раза стрельнул, получается. А я думал, он будет постоянно. Дать на кого-нибудь нам все эту штуку. Классно. А как вот их различить по максимальному уровню? Да? Они же одинаковые. Да, они же одинаковые. Пап, может ты просто нам всего делаешь просто максимально, чтобы просто вот просто вниз он стрел очень быстро. Да вот так вот я говорю. Я сделал, но он видишь одноразовый. Я думал, он будет. Надо. Так, что-то банку нам дали с чем-то. Какая-то банка. Но они так засмеялись. Выиграйте мировые ключи. Победите Гордон. Он не успел. Задание 1 выполнено. Пап, там я услышал, что... Банка с обузданными силами. Открывать лишь в случае необходимости. Если банка треснет... То чё? Пожалеть о появлении на свет. Странно. Выполнено. Зомби. Фараон какой-то. О, смотри, нам дали 10 тысяч. Это круто. А это что такое? Это энергия. А, типа мы усилили его? Да. И ореха усилили, получается? Да. Выполнено. Все, выходим. Кузучок? Ну да, интересно. Пап. Чё за капуста? Мы чё, будем есть капусту? Знаешь, что нам сейчас не помешало бы сделать? Какая-нибудь со всей информацией о растениях. Как, например, интерактивный монах. Да ну, бред какой-то. Зайдите в альманах. Вот где альманах находится. Он использует полученный пакет семян, чтобы улучшить горохострел. О, давай. Смотри, здесь... Это за кристаллы. А, это типа мы открываем, когда наберем что-то вот это. Пап, смотри. Давай лучше. Давай. Ну, подожди. У него защита стала еще больше. Попрочнее поставь. Нажмите на кнопку больше пакетов, чтобы узнать, где можно найти дополнительные пакеты с семенами того или иного растения. Жаба! Где? Вот! О, круто, кстати, да, жаба. Я такое не видел. Она вот так вот открывает вот и просто своим языком длинным хватает зомбая. Перепроходите уровни мира Древний Египет. Переход... Или выполните задание журнала путешествий. Понял? Пап, ты посмотри, конфеты. Отправиться в мир. Подожди. Пап, в первом нам... А вот это мы можем лучше. Мы хотим У нас 10 тысяч, мы можем улучшить.
А, это типа мы разово улучшаем. Этого нельзя. Видишь, чтобы их улучшить, надо новый пакет открыть. Ну ладно, пойдем дальше в приключения. Да, приключения. Пап, а я хочу узнать вот это. Не забывайте заходить в альманах, чтобы улучшить. Подожди-ка, я вижу кого-то. Там какой-то фараон египетский. О, я понял, это Гаргантюа. Фараон Гаргантюа? Да. Смотрим дальше. Ну ладно, давай, в общем, играть. Следующий уровень. Давай. Опять машина приехала. Вы разблокировали усилитель. Пап, ты хоть понял, что она сказала? Их. Наконец! Уж теперь-то повеселимся на славу. А, это... Давай я попробую. Используйте этот усилитель. Пап, ты зря так потратил. Убейте всех зомби, прежде чем кончится время. А, это что, можно выкидывать? А, интересно. А, это ты типа включаешь сам, что выкидывать, что... А попробуй молнию поставить. Или она пока... А, это типа ты тренируешь. Ну давай, давай, дальше уйти, давай. А, ну вот так вот закрузился. Ты не успела выкинуть? Ну давай, пап. А, теперь их током будет прикольно. Пробуй. Другие дороги тоже по времени. Оу, офигеть, это долго. Нет, это долго ты будешь. Надо электричество бить. Это дойдут сейчас. Передних побей. Вот. Она заряжается или постоянно? Постоянно. Я заметил. Что вы там? Офигеть, вот это крутая. А, типа, когда ты не успеваешь, они новые. Крутая вот эта, да? Да, я вот ее всегда использовала. Капуста. О, капусту нам дали. Заморозная капуста. Капуста. Выиграйте мировые ключи. Победите гадкого Гаргантюа. Салат айсберг. Замораживает зомби при контакте с ними. Выполните задачу. Пройдите уровень, используя усилитель. Сейчас попробуем. Так. Давай посмотрим, насколько его. Так. Хочешь открыть больше пиньят? Загляни в магазин. Магазин где? Где тележка? А, да. Вот это ты угадал. Пиньяты Древнего Египта. То, что нам нужно. Купите ее за эти самоцветы. Самоцветы? Вот. Нам сколько дают? 20. А я хочу эти. Видишь, тебе пока... Ладно. Ой, что такое? Что, монет? О, усиление, что ли, какое-то? О, он так установился, очень быстро начал крутиться. Представляешь? Да, прикольно. Он вот так закрыл глаза. Еще какие-то ты можешь усилить. Скорость на 6. А здесь? А, вот. А, это типа деньги. Для сделать. Да, вот здесь посмотрим.
Ничего не показывает, да? А, нет, вот показывает. О, это еще чесокрип. Ну, это типа растение новое. И смотри, новый дракон. И новый. Ладно, убиваемся от чудова. Это магазин против растений. Папа, здесь уже так по-другому все. Вот он этот гаугантюа. Офигеть. Это вот здесь вот сейчас будет, наверное, на следующем уровне. То есть не убит, наверное. Да. Ну это... ладно, мы сейчас этот пройдем уже и не будем смотреть, что там будет. О! Нормальный! Поэтому выбираем его. Да. Уже пошло время выбирать. Да, потому что уже много растений, которые нам нужны. Во, улучшить можно. Да, лучше. Все равно. Продолжаем. Так, что тут у нас? Вот это будем брать? Да. О, ее же можно тоже прокачать. Вот это? Да. Давай прокачаем. 50, это немного. 50? Да. О, смотри, что я заметил. О, они со щитами, что ли, с какими-то идут? Да, походу. Пап, кстати, я заметил, что в самом низу там уже... О! Если тебе позарез нужен усилитель, его можно купить с помощью монет. Пап. Просто нажми на нужную... Пап, представляешь, здесь какие-то очки появились. Ну это за деньги, типа ты еще платишь, наверное. Вот видишь, он рассказывает об этом. Ну вот это совсем не круто. Я думал, что они будут без денег. Я вообще первый раз играю. Сейчас посмотрим, что он сделает. Он просто заморозит или уничтожит его. Ну сам смотри. А, он типа просто замораживает. Это не очень хорошо. Потому... О, это египтянин этот пришел. Ну, за его скорее убивать. Надо здесь вот эти стоять. Бам! Первая пошла. Он офигел, такой лицо уж раскрыл. У него глаза, кстати... Краснеют! Краснеют, когда он получает по голове. Нет, пап, у него краснеют глаза. Он с видом, смотри. Это мой Василич! Мое Какое поселение нам пока не дают. Так, когда нам всего будет гаугантюа, можно использовать молнию и выбрасывать и заморозку в общем. Что будешь выбивать, когда будет гаугантюа? О, смотри, смотри, идут с этими защитами. Это я увидел уже в начале. Прикольно. Давай, быстрее! Заморозим его, потому что... Может, и пойти в... Интересно, смотри, они со щитами. Первого типа заморозит, а что остальное будет. Вот гагал будет. Давай, собивай. Вовремя, вовремя. Интересно, а что будет капуста делать? Когда ее усилят. Мы ее усиляли на три раза. По тремя большими стрелами. Давай, пап, давай вот что-то получили. Смотри, как он просто разбился. У него щека так надувается. Подай. На всего. Пап, я заметил, что на всего это тыква, на всего, точнее, салат. Это замороженный салат. Стоит ной солнце. Представляешь, как? Мой солнце. Мой. А, нифига реально. Да, сам посмотри на ее цену. Ты чего уже не сказал? Я не сказал, думал, он больше стоит. Он оказывается ничего не стоит. Окей. И вот ровно. Ты мне не нравишься, давай. Это нормально. Вот так вот, типа, если бы я на земле. Там делал. Смотри, здесь
друга, а она типа вот мама его тянется, да? Да. О, папа, он ест, он просто бьет. Кто бьет? Да вот эти на всего, которые ест. Жалко, он одноразовый. Да, а то... Представь, если бы он постоянно так получил, то очень круто было. Да, мы всех так поставили, и никто у нас не посол. Да, пап? Вот это БСАй, да? О, письмо! Любим письмо. Когда письмо, тогда уже что-то опасное будет. Да, походу. Вы играете мировые ключи. А где эти мировые ключи? Вот это я понимаю, Калта. Это надпись папирус египетский. Они пишут, это надо читать. Сможешь прочитать? Нет. Я тоже не могу. Так, что нам машина пишет? Я перевела данное изображение на наш язык. Очевидно, у зомби созрел некоторый план действий. О! Это что там, мозг на гриле? Это, наверное, вот это. Да, мозг на гриле. Мы типа вдеваемся. О, точно мозг. Приветствую вас, товарищи, по путешествию во времени. Я выслал специальных курьеров. Для... Он не говорит. Он что-то там пишет. Для конфискации ваших мозгов. Убедительно прошу вас подписать до их прибытия слышу, все необходимые документы. Слышишь, он что-то пишет так? Ну да, это он у него в руке. С уважением, ваш доктор Эдгард Замбас. Ого! Этот, как его там, хотел взять у нас автограф? По моим расчетам, это не к добру. Отразите массовую атаку зомби в Древней Египте. Давай попробуем. Ух, Горгатюа, египтянин был. Офигеть. Стена их. Капуста. Замалывай. Здесь уже все по-другому происходит. Все быстрее начало так делаться. Ну да. Так, то получается главарь будет. Заяц. Но он был на сосисон. Да? Да? И мы можем на всего покачать вот этого с бубиланком. Смотри, если не успеешь поставить, она уедет, наверное. Или останется. Уедет. Она. Это газонокосилка, пап. А кто? Вот эти нам дают. А! Вот она уезжает, она вот там стопорится, как в той части. Кто стопорится? Вот даже на косинке. Вот даже вот эти. Вот смотри, как приехали. Давай сейчас вот этот рвануть должен. Она не успела, нет. Нет, не успела. Он захватил на все! Забыл потом! Завалил палатку, что? Конец жизни, да? Да. Смотри, опять толпа идет. Пап, там баян даже не на... Что долго это? Пап. Не знаю, просто долго. Пап, вообще-то я тебе хочу сказать. Пап. Хорошо. Песчаная буря начинается. Песчаная буря! Волна скоро подойдет! Что делать? Она постоянно подойдет. Она достает сейчас свой какой-то. Я думал, она типа как на бутылочке не будет. Пап, в этой волне нету гаргантюа. Радует, конечно. Быстрее кого-нибудь усиливай! Какого усилишь? Вот пока все нормально. Ты куда? Пап, да у тебя полная сила. Вот про что-то. Это стоп лучше было. Уси по капусту.
Успеваю. Кого-нибудь? Ну, все же. Давай. Дай. Ты уйди. Долгольцу опять мне нужно. Здесь хорошо. Да. Значит, следующий вам не будет. Здесь только две вам нужно. Пап, вот мы все наехал. Просто наши усилия. Точно молодец. А то просто на всего. Что ты подсказал? Да, а то если по одной сиди, делать нельзя, точнее не надо не видеть нельзя. Все, волна пошла, будет Долгачёв сегодня. Да вот он, Долгачёв, пошел! Подморозил немножко злодея. Смотри, у него что в руке. Он затащил. Выйди. Пап, смотри, кто у него на колбу сидит. Смотри. Ба, пап, пап, смотри, кто. О, а почему он такой смешной? Пап. Мы его еще сейчас подморозим. А ты что, не делаешь? Пап, может ты кого-нибудь уснишь? Ну, смотри, малыша кинул. А я не могу еще ничего. Интересно, глазом косилка его переедет, как все это. Наверное. Смотри, как он идет. А как его убивать? Ой, смотри, с первого ряда не взял. О, вот Томик, я вижу, что там в запасе. Да? Да. Представляешь? Придется вот так потихоньку замораживать и убивать. Он что-то мощный, кстати. Пап, ты сможешь сойти с опять. Все, отправили сюда на головенка египетская. О, ключик! Ключики нам дали, прикольно. Ну и щедрые же ребята, эти курьеры. Что это, Пенни? Данные ключи помогут нам путешествовать это по разным времени обвинений. О да, где там наша карта с папой? Ну, все о еде думаю. С их помощью вы сможете получать доступ к новым мирам и странствовать по различным эпохам. Это круто, что здесь выполните задачи. Отразите массовую атаку зомби в Древней Египте. Мы это уже отвозили, да? Да, там показано, что выполнено. Так, пиратское море открыли. Используйте мировые ключи, чтобы открыть. О, самый последний как. Интересно. Пап, самый последний какой-то замолаживающий. Да? Да. Вот, смотри, кстати, это мы можем их получить, что ли? А вот этот, смотри, как, я не знаю, типа дракончика, что ли? Это дракон. А шипы вот такие стали. А ты кто такой? Непонятно. Походу какая-то тыква. Да. На дворе 1679 год. Царит золотой век пиратства. Бороздите просторы Мертвого моря на всех парусах. Пап, ну не давайте. Пап, в самом конце там какой-то просто летний период. На все который самого там. Смотри. Все. Нам дадут еще одну. Улучшение, и вот этих всех можно здесь открыть. Пап, смотри, в самом конце там чего творится. Что надо сделать? Нужно пойти это все. А, ну проходим, нам дают за это? Да. О, смотри, дом и по корабль. Да, смотри, пап. А это что такое, яйца какие-то, смотри. Давай попробуем. Ну давай, попробуем. О, что-то новенькое. Шипы заморозаны! Нажмите на Амелу ракетницу, а потом на нужную клетку, чтобы выстрелить.
смотри, этот малюсенький заморозили его. О, гавкотер! Стал зайчиком! О, прикольно. Интересно. Ну-ка попробуем. Смотри! О, так она такая. Смотри. Это что-то колбаска. Колбаски! А это вообще непонятно что-то. Горячую картошку можно только на ледяные глыбы. А, это разморозить, чтобы давай. Пойдем, смотри, прикол. Это о, он начал бить побыстрее, так, о! Представляешь? Он сейчас пройдет, если мы... Смотри, защитил все! Смотри, что защитил! А, она перезаряжается долго еще. Что-то я не справляюсь, это не важно. Горячая капуста! Поехала! Она так долго заряжается. Кто? Кто вот эта дама? Давай ее усилим. О, я усилил, она начала всех убивать, что близко. Так, а как нам понять, что уже готово? Это когда она вот так вот закрывает. А, закрывает. Сейчас у нас ни одна не готова будет. Да? Да. Нет, что-то неправильно сказал. Когда она уже, наверное, вот так крутит, а нет. А, надо смотреть, если снежок большой, значит пора. Если снежок маленький, значит пора. Вот, как и снимал, а ну, кто бы... Долгачёва, посол зайчик! Он говорит, как Долгачёва. Какой-то древний! Ёооооо! Мы не успеваем. Что-то туда мы усилили. А вот что, заморозил? Подожди. Шипы замолотили. Представляешь, шипы замолотили. Почти шипел. Зайчик мне нравится, он сейчас может... А, он маленько кидает. А, нет, он не успел. Он яйца кинул, ты видел? Ой. Учел, замолотил. Пройдет все. Давайте, бомбите. Дело офигеть, это же уровень намного сложнее. Чем те, пап. Нам нужно электричество. Нам конец пришел. Потому что они явно не успели. И этого съели, и последнего съедят сейчас. Ооо! Пап, в этой части он говорит. Ну! А что он говорит? Нет! А, это типа надо было пройти шанс. Ну, короче, один шанс нам на определенное время давали. Мы не смогли. Значит, попробуем в другой раз. Да. Ну, в принципе, мы знаем. Это, кстати, развалилось что-то. А, это может задержать пакет себя. Так, что тут у нас продолжение Египта? Опять такой уровень. Нямы, нямы. Пап, пиратский мы будем, пап, наверное, следующей серии, да? Ну да. Нам было на Египет сначала зайти. Да, потом пират, потом... Все остальное пойти. Да? Ну да. Не считай, что такое. Не знаю, куда туда внесло. Вот здесь. Ба!
один из живых был, да? Что нам не дают орехов? Лучше этот орех. Теперь он в броне прикольно стоит, да? Да. Кстати, есть я и чай еще. Прикольно, что Миша вот такой огвыз. Он типа достал своей рукой и начал бегать. Ну да. Это бы было прикольно, что он сделал в плане. В этой части они говорят нямы-нямы-нямы-нямы. Представляете, они говорят нямы-нямы-нямы-нямы-нямы. А ты не использовал, я тебе говорил, а ты не использовал. Ну, пока что мы ничего делать не можем. Он вот так вот отсюда уходит. И типа скажи. Да? Зомбарик? Нет. Сказал на стена их защиты. Он сказал. Он обрадовался, что они не дошли. О, монетки. Нормально. Монетки кидали. Наконец-то. Монетки так всегда приятно. Дай ведь и нормально. Мешочек монет, так же как ваша голова, полна вкусных мозгов. Этот мешочек полон монет. Понял? Понял. Выполнено что-то, мы выполнили. Мы можем забрать награду теперь. Сыграйте погоню за зомби. Пройдите уровень погони за зомби. Вот что, что как мы пройдем. Что-то не знаю. Па! Выполните все задания раздела. Подожди-ка! Это задолго! Ну вижу, только как я не знаю ее пройти, то я не могу же. Это просто нашим мешаем. Да. Что, следующий уровень пойдем, да? Да. Ну, давай. О! Какой-то волк! Это Арес. О! Пап, я заметил, что на нас кто-то смотрит. А почему люди на этом? Я... Это где просто на всего. В этом раз не дают нам его взять. Не дают взять? Смотри, никто за нами наблюдает. А что это за глаз такой? И он еще глазом смотрит в одну сторону, потом в вторую. Глаз. А, это можно смотреть. А, понял. Это типа на лужайку, чтобы посмотреть. Пап, ну давай посмотрим в книге. А, он за ней посмотрит. Я хочу посмотреть в книге. Что там? А, нам и так дали, получается, его. А я думал, почему он здесь нельзя, а он уже стоял. Книги, книги, ну, сколько он дошел. Факелами. Они сожгли орех. Ты видел, он шок орех. Нифига себе! Это вообще мне не нравится. Так он просто принес с факелом. А что и делать? И поджигаешь людей, да? Так он сжигает орехи. О! О, смотри, он с косточкой даже. Офигеть. Ты видел, что он делает? Он просто навсего показывает язык. Он кидает, и там вырастает новый. Да. Его надо как-то быстро уничтожить. А ты заметил, папа? А у нас нету.
А ты, пап, папа, ты заметил, что нам всего у него вылазит из языка на всю косточку? Блин, не хватило заряда. Убейте его кто-нибудь. Установим его. Факел, вези! Пап, этот факел так быстрее вези. Мне вообще не нравится факел. Да. Он постоянно убивает наши растения. Ну, кстати, долгий. Наверное, он спрятался. Смотри, что будет. Он сейчас подойдет к нашему. Он просто сжег его. Интересно, сценарий получится. Он сможет его сжечь или нет? Сможет, я видел, он сжег. Ух, и тебя еще не хватало. Понял, да? Этот пришел. О, хорошо, мы их хоть это заморозили. Да. О! Энергия! Сейчас мы с тобой разберемся с помощью ноги. Хотя нет, мы не сможем, наверное, не пробьет или пробьет. Даже пробьет. Есть. Получилось. Я думал, не пройдет. Этот опять приехал. Ты что ты будешь делать? Ну-ка, заморозься. Он дает просто на всю какую-то косточку. Достает и кидает. Как это? Там что? Опять он сейчас сожжет у нас. Ну-ка попробуем, заморозим. Он сможет сжечь? Сжег! Офигеть, он и этот сжег. Как же так? Все это все волна. Ну это уже поинтереснее будет. А я думал, он не сожжет, он получается, который сжигает, он вообще сжигает совсем. Все орехи и все. Как его остановить, непонятно. Да. Только убивать получается. Пап. Пап, вот я хотел просто на всего открыть этого дракона. Все, продолжаем. Пап, я не договорил свои мысли. Пап, я хотел, чтобы мы открыли на всего этого дракона. Понял, да? Да. О! Смотри! Груша эта, которая стоит за кристальчики. Какая груша за пистолетчик? Да, вот эта, которая была в первой части. Понял, да? Да. Кроме солнца посадить ничего нельзя. Это вообще жесть, как он проходит, получается, полностью и все сжигает. Как у меня вообще... Почти все. Я как видел, что на всего не упадет, потухся. И он заморозился, когда факел был потушен. Представляешь, он заморозился от тыквы. У него был не просто заморозный так. Понял, да? Так, солнышки у нас. Да. Пап, когда закончим? Когда захочешь. А, ну давай этот уровень мы пойдем, до 10 дойдем и все, будем заканчивать. Хорошо. Пока все 7 мы будем по 10 походить уровни. Понял? Ну, сколько получится, давай будем ориентироваться на это. Пап, ну вот эту серию мы просто... Пойдем 10 уровней, а кто уже просто на всего нет. Ты так слышал, что они сказали? Да, ну он был расстроен, что я убил. Факел убил, как тебя уничтожить по-быстро. Миниган стать! Жалко миниган, под морозом немножко. Зачем? Он просто утопает просто в руки. Типа он летит. Он представил, что он летит. Понял?
Смотри, типа охрана. Смотри, вот так вот отстоим. А впереди не стоим. Мы проходим. Смотри, охрана типа. И один подсолнух стоит там. Заморозка, ну ты где? Нас сейчас прожгут опять. Прожжут. Что-то было? Да я не туда смотрю. А! Надо нам... А у нас этого-то нету уже так. Чё нету? Это класс. Ну, горохового я не поставил. Какого горохового? Да вот этого. Вот так, смотри. О! Если письмо присвалить, то что-то жесть будет опять. Какая-то жесть будет опять. Да нет, мы же, по-моему... А, день 9. Смотри, какая прикольная штука. Это кто такой? Бесплатный. Ну, судя по лицу, он злодей. Могила Ед. Это могила Ед другой только. Да. Это, наверное, Блад, да? Да. Могила Еда другого. Это, наверное, другого могила Еда он. Так, я предлагаю закончить. Закончить? Ну ладно тогда. В следующей серии мы пойдем, пап. И мы вот это пойдем. Еще. Пойдем мы? Ну хорошо, ладно, давайте, друзья, заканчивать тогда на сегодня. Всем пока-пока! Всем пока, не забывайте подписаться. Ставить колокольчик и всем пока! И ждем вас на следующих трансляциях. Всем пока!